Кіно на ТВ Рус. Девушка, простите меня, это я во всем, только я виноват. Да не кричите вы. А я вас знаю, вы актер. А вы кто? Журналист. В одной стране, в крупных фирмах, есть такая должность. Человек у окна. Он должен стоять у окна и рассказывать, что видит за окном. Вы не хотите меня поцеловать? Очень. Тебе зачем это? Тебя кто-то просит стоять и рассказывать, что там за окнами? Стой сколько хочешь у своего окна. Давай разведемся. Если начнешь за Соней моей ухаживать, я тебе, старик, в общем, не советую. Что происходит? Да ничего такого. Просто человек у окна увольняется в другую жизнь. А тебе там что тут в другой жизни? А в этой? Не понимаю, почему ты до сих пор рядом с ним. Поехали в гости. Зачем ты с ним встречаешься? Слушай, Дрон, может, тебе лечить надо? Мразота! Я тебя убью! Ты сволочь! Давай больше не увидимся. Юрий Стоянов, Кристина Кузьмина, Сергей Гармаш и Владимир Вдовиченков в фильме «Человек у окна». В воскресенье на ТВ Рус.